Так, друзья, ну мы сегодня вот сейчас в бассейн Grand Hotel Sapphire. Значит, мы бассейн решили здесь посетить. Ну, здесь есть бассейн крытый, конечно, он подогреваемый, шикарный бассейн, шикарная обстановка самого вот этого отделения, где находится бассейн. Значит, первое, что мы зашли, прямо на первом этаже, возле ресепшена уже сразу можно заходить. И тут, пожалуйста, вот кабинки мужские, женские. Значит, вот что из себя тут представляет. Вот заходишь, общее. Включаем свет. Ну, естественно, здесь санузел. Все на месте, все здесь. Значит, это дозаторы и для полотенца. Так, понятно. Все это хорошо. Чисто, аккуратно. Так, свет, общий свет. Душевая кабина. Тоже с тропическим душем. Большая, вместительная. Мыло на месте присутствует. Дальше здесь раздевалка, по-моему. Ну, здесь, да. Вот, это уже скамеечка здесь мягкая. Это для халатов, полотенца. Ну, переодевалка здесь, в общем, одним словом. Так, дальше. Ну, это, по-моему, вход в сам бассейн. Отсюда выход в бассейн, понятно. Точно такая же женская отделение. Мы сейчас заходим в бассейн. Ну, расскажи, как вода теплая. Это радует. Так, ну что еще здесь? Очень шикарный бассейн, очень шикарный. А лежаки сразу ясно видно, что с мягкими матрасами, столиком, пожалуйста, можете. Столики такие аккуратные, такие интересные, стеклянные для этого, для, ну, коктейля там что-нибудь еще. Ну понятно. Пять. Лежаков с этой стороны и три боковых лежака. Бассейн большой, вместительный, хороший. Вот. Так. Да, дальше. Рядом соседним тут находится тренажерный зал. Пожалуйста, беговые дорожки. Здесь всякие всевозможные. Вот. Ну, сразу чувствуется испарение тепла, тепло. Вот такая высота. Да. Да. Вода пресная? Вода пресная. Но чистая, видно, что очень чисто, очень так прям душе приятно. Вот я сейчас хожу, здесь вот перед бассейном ковролинчик такой прорезиненный, чтоб не упасть. Так, ну, а это уже называется камень, как столешница, камень вот такой, да, из камня. Очень уютно. Так, ну что, давай еще раз. Так, ну вот, там, значит, телевизор огромный. О, ну там вообще 1,5-метровый телевизор висит. Вот.
Это уже когда на беговых дорожках находишься, можешь спокойно смотреть программы. Так, это сауна, пока она не работает, пока не включена еще, но красивая. Видно, как хорошо. Новое все, видно новое. Вот. Так, сейчас посмотрим, где подсвет здесь. Вот подсвет. И какой красивый подсвет. Ну, шикарно. О, друзья, на потолке. Привет, привет всем. Даже зеркало на потолке. Чувствуется, свежим деревом пахнет. Ну, бассейн тоже оцениваем на 5. Из 5 на 5, да. А из 10 10. Вот. Даже градусник висит, пожалуйста, градусник. Так, сейчас 30 градусов показывают здесь в бассейне. Ну вот, пока все на этом. Всем приятного дня!